19 декабря и опять ледоход. Где-то 21 декабря будет зимнее солнцестояние. То есть до времени зимнего солнцестояния, когда солнечная энергия минимальная. Естественно, космос нам ничего не дает в энергетическом плане. Лучше ничего не начинать, ничего не замышлять, а доделывать те дела, которые вы затеяли на продолжение этого года. Закончите. А вот с 22 декабря, когда начнется рост дня, начнется развитие и поступление новой энергии световой от солнышка, вот в это время, в течение первых двух-трех недель, очень хорошо как раз строить планы, какие-то идеи, начинать новые дела, и вы как раз попадете в ритм, на новые дела будет даваться новая энергия, можно так сказать, молодая, мощная. И все ваши начинания получат мощный импульс для своего воплощения в течение года. То есть эту энергию надо использовать для таких дел и проектов, которые вы хотите решить в течение года. Чтобы понимать, какой цикл использовать, годовой используется вот как раз с начала зимнего солнцестояния и до следующего зимнего солнцестояния. А более мелкие проекты тут уже можно использовать лунный цикл и некоторые другие особенности, о которых мы как-либо поговорим.